получает концессию, то не может получить СРО. И отсутствие компетентных специалистов. Компетентных специалистов это имеется в виду, то есть именно в сфере, в нашей сфере, то есть если мы силами муниципалитета будем данными делать, то есть компетентных обученных специалистов. Мы, наверное, хотелось бы все согласятся, наверное, что какую-нибудь курирующую организацию, наверное,